Прекрасная традиция вручения стипендий имени нашего земляка, основоположника адыгской литературы Тимбота Кирашева, студентам-отличникам продолжается в районе уже на протяжении многих лет. Всего в этом году именной стипендии удостоились 41 человек. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, связанной с коронавирусной инфекцией, церемония вручения проходила в необычном формате. Каждое поселение награждало своих студентов на местах. В районном центре мероприятие прошло возле памятника Тимботу Кирашеву. В торжественной церемонии приняли участие глава района Заур Хамирзов, заместитель начальника управления образования Нурет Бричева, директора обеих школ районного центра. Дорогие друзья, студенты, родители, все присутствующие, сегодня у нас церемония награждения студентов-отличников, закончивших вузы Кашихабыльских двух школ, первой и второй. Традиция эта у нас идет давно. На нашей церемонии присутствует глава администрации муниципального образования Кашихабыльский район Заур Аскарбеевич Хамирзов. К сожалению, пандемия внесла свои корректировки, и мы сегодня собрали студентов не в полном составе, выходцев наших студентов именно своего Кашихабль, самое большое количество, 19 человек. Мне очень приятно здесь сегодня с вами присутствовать, именно в парковой зоне, где установлен бюст нашего знаменитого земляка. Честное слово, я вами горжусь. В наше непростое время, когда обучение было дистанционным, это вдвойне труднее, и вы отлично сдали сессию. Вы защищаете честь района, честь семьи. Пройдет совсем-совсем немного времени, и многие из вас вернутся сюда, многие продолжат свою трудовую деятельность других субъектов. Но то, что вы сейчас прокладываете свое будущее, будущее района нашей страны, это несомненно. Поэтому хотел бы вас всех поблагодарить, поблагодарить ваших родителей, бабушек, дедушек, чтобы у нас всегда была возможность вот так вас чествовать. Чтобы вот в таком формате мы провели это вручение в последний раз, чтобы мы могли, имели возможность собирать всех наших отличников вместе, как обычно, в торжественной обстановке. Поэтому еще раз хотел бы вас всех поздравить. С постановлением главы администрации муниципального образования Кашихабыльский район от 19 августа 2020 года номер 289. Стипендия имени Тимбота Магометовича Кирашева присуждается следующим студентам-отличникам, выпускникам школ номер 1 и номер 2 аула Кашихабыль. Адыгейский государственный университет, юридический факультет, Зеушева Дарина Айдамиркановна. Факультет иностранных языков, Кубова Джанета Аслановна. Факультет социальных технологий и туризма, Таува Милана Шалихова. Тот же факультет социальных технологий и туризма, Хашкова Дана Журабова. Майкопский государственный технологический университет, учебный факультет, Ухова Тамара Андреевна. Фармацевтический факультет, Батышева Дарина Пшимафовна. Кубанский государственный аграрный университет, факультет управления, Засежева Дарина Рашидовна. Кубанский государственный медицинский университет, лечебный факультет, Карданова Дарина Ахмедовна. Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, Таува Диана Зурабовна. Ростовская государственная консерватория имени Рахманинова, фортепианный факультет, Чехолян Гайне Аганесовна. Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, финансово-экономический факультет, Каракаева Зурет Нальбиевна. Факультет менеджмент, Карданова Диана Муратовна.
Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Устинова, факультет ракетно-технической техники, Винокуров Константин Владимирович. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, юридический факультет, Курашинов Алим Анзорович. Маяковский государственный технологический университет, лечебный факультет, Пухова Тамара Амбиевна. Маяковский государственный технологический университет, технологический факультет, Тутаришева Саида Руслановна. От лица всех собравшихся студентов выступил Константин Винокуров, студент факультета ракетно-технической техники Балтийского государственного университета «Военмех» имени Устинова. Сегодня у нас праздничный день. Хотелось бы выразить благодарность от имени всех студентов, администрации Кашхабльского района, управлению образования за ту большую долю внимания, которую они нам оказывают. Также хочу поблагодарить наших преподавателей, наших верных спутников, которые 11 лет вели нас к этим знаниям. Они сейчас дают нам ценные советы, радуются нашим победам и достижениям. Хочу поблагодарить наших родителей. Это люди, которые в нас верят, которые нас всегда поддерживают, хотят, чтобы мы стали достойными людьми. На нас возложена высокая ответственность, и поэтому своей активной жизненной позицией мы хотим вложить достойный вклад в развитие любимого района и всей Адыгеи в целом. Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику адыгского писателя Тимбота Кирашева.